Миллионы мужчин в постсоветских странах в преддверии 8 марта ломают головы над одним вопросом – что подарить любимой даме? Непременный атрибут праздника, конечно же, цветы, но даже они могут быть необычными. О разных нестандартных проявлениях внимания расскажут мои коллеги. Вы изменяли своей девушке другой женщиной? Нет. Подарить правду своей невесте Айжан Абуевой решил Аслан Кантаев. Как утверждает парень, скрывать ему нечего, и он на все готов, лишь бы Айжан была довольна. Впрочем, Татьяна Пивоварова, работающая с детектором лжи, говорит, что чаще всего с подобными проверками приходят семейные пары и в основном не доверяют своим спутницам мужчины. Чаще бывало так, что подозрения мужа были напрасны. И наоборот, они потом своих женщин возносили еще выше. Но куда интереснее сделать подарок своими руками. Хантуре Туриханов решил удивить свою девушку. Для этого он обратился к дизайнеру по украшениям. Можете вот так вот скомбинировать, тоже будет под какую-либо бижутерию, под какой-то наряд девушке подойдет. Можно потом еще сделать такой браслет или серьги. Под руководством мастера Хантуре создает головной убор, украшенный бисером. По словам специалиста, это долгий и кропотливый труд. Он занимает от 1 до 2 дней. Но юноша готов потратить и время, и труд ради любимой. Если это делаешь своими руками, то это от своего сердца, это интересно будет самому же и своей девушке тоже. Я думаю, будет очень приятно увидеть такое. Ух ты, она скажет, вообще классно, ничего себе, я не ожидала, скажет. Но для большинства мужчин самым простым решением к 8 марта станут все же цветы. Впрочем, оригинальным кавалерам в эти дни флористы предлагают экзотические варианты. Один из них – протея, цветок, который появляется в Казахстане только к весне. Протея означает сердце, любовь. Мужчины предпочитают их дарить на 14 февраля и 8 марта своим любимым женщинам. Подарки любимым могут быть оригинальными и не очень, сверхдорогими и сделанными своими руками. Но любая женщина скажет, что самое дорогое для нее – любовь, внимание и счастье. Амирхан Махамбетов, Асиля Марова, Жалгас Айлбеков, Адай Абдильдин, 7 News, Астана.